22 июня ровно в 4 часа. Жители Люберец присоединились ко всероссийской акции памяти, посвященной началу Великой Отечественной войны. Ровно в 4 часа утра они прошли по Октябрьскому проспекту с зажженными свечами в руках. Шествие стартовало от стен часовни и проследовало до памятника воину-освободителю. Ровно в 4 часа утра участники акции возложили цветы к мемориальному комплексу. На памятном митинге все желающие смогли выступить и отдать дань памяти не вернувшимся с войны. В Люберцах акция прошла уже 6-й год подряд. По традиции, рассвет у вечного огня встретили активисты молодежных общественных организаций, представители общественной палаты, управления по работе с молодежью, депутаты Совета депутатов и жители округа. Анна Троян, телеканал ЛРТ.